Добры дзень, гэта канал Свабода Прэміум, тут Ганна Соус у Празе, на відэасувязі з Лондону, адзін з кіраўнікоў беларускага свабоднага тэатру, грамадскі дзеяч Мікалай Халезін. Добры дзень, Мікалай. Добры дзень. Ну, я адразу хачу пачаць свайго папераджальнага паста ў тэлеграме пра тое, што я працытую, калі найбліжэйшым часам вядучыя гульцы і іх структуры не пяройдуць у рэжым пошуку кансалідуючых крокаў і максімальнай прафесіяналізацыі дзейнасці, нас чакае радыкальны адток прафесіяналаў з пратэснага руху, якіх у ім і гэтак скрайне мала. Патлумач, калі ласка, праблему, якую ты бачыш, праблему, якую ты ўжо пачаў фармуляваць. Ну, я начну с того, что как формировался протестное движение, как оно формировалось вообще изначально. Оно, это был достаточно, как это сказать, уникальный опыт, наверное, для страны, потому что он формировался не из сталых политиков, да, не из там, общественных деятелей, которые уже себя зарекомендовали. А из людей, которые полностью сменили формат, то есть они полностью сменили вот этот целый слой тех людей, которые должны были бы рождаться преемственно, то есть получаться из предыдущих опытов политической борьбы или там, общественных движений. Поэтому в этом протестном движении оказалось очень много людей, точнее даже это абсолютное большинство людей, которые не имели этого опыта, и которые не избежали, с одной стороны, не избежали тех ошибок, которые свойственны, так назовем, дилетантам, но тут все-таки немножко другое слово, видимо, надо подыскать. А с другой стороны, они принесли новизну, то есть они принесли какие-то новые форматы работы, совершенно новый взгляд на общественно-политическое движение и так далее. И вот исходя из этого и получилась та конфигурация, в которой мы оказались. Да? То есть, условно говоря, если брать какие-то профессиональные виды деятельности, то есть организация там, массовых акций, здесь разделилась история. Здесь история, мне кажется, что она сыграла в плюс. То есть больше оказалось нового и больше сюрпризов для властей, и они не смогли разбить вот... То движение, которое было вот разбито там в 2006, 2010 и так далее. Сейчас получилось, как бы, что в этой сфере, да, новизна сработала, а в других сферах, например, во внешнеполитической деятельности, в формулировании задач и формулировании смыслов неких, как бы мы опаздываем. Потому что не успевает это протестное общество как бы осознать все вызовы, отреагировать на них и предложить повестку, которая бы была актуальна. То есть у нас как бы вот такой разрыв между полезной уникальностью и недостатком опыта, который разрывает это сообщество. Ну, трэба сказаць, што пратэсты яны адбываюцца ў Беларусі, яны збольшага натуральная з'ява, там гарызантальнае кіраванне, а людзі, якія выпрацоўваюць знешнепалітычныя рэчы, ну, збольшага ўсе за мяжой, некаторая частка ў Беларусі, але магчымасці іх вельмі абмежаваныя ў сілу зразумелых прычынаў. Так вот, тваё папярэджанне, твая засцярога тычыцца вось гэтай другой часткі. Да, конечно, безусловно, потому что если мы говорим о вот этом протесте, блокчейн-протесте, да, который многие тоже критикуют за миролюбие и так далее, то есть я как раз сторонник вот этого мирного подхода, и потому что я понимаю, что силу, которая есть, силой не победишь. То есть или это должна быть такая сила, которой у нас сейчас нет и быть априори не может. Да, и протест развивается горизонтально, у него есть свои лидеры, у него есть свои какие-то элементы, которые стабилизируют его. То есть, условно говоря, Белорусский свободный театр играет, например, во дворах, да? Приезжает во двор, это такой простой пример, и все время контачит с человеком, который, допустим, в этом дворе отвечает за организацию. Человек говорит, да, а безопасность, за вашу безопасность будет отвечать вот этот человек.
Тот человек говорит, вот стоит микроавтобус, если вдруг что, я вам командую, вы садитесь в микроавтобус, вас отвезут, мы задержим людей, которые вас пытаются задержать. То есть это отлаженная работа внутри дворов, которая не требует никакого вмешательства политиков или общественных деятелей. Это самоорганизация такого уже очень хорошего уровня, очень высокого уровня. А если мы говорим о внешней политике и о том, вообще, как выстраивается вот этот вектор взаимоотношений с миром сейчас, то да, здесь есть опоздание, потому что есть разные центры. Каждый из этих центров ведет некую свою работу и подчас не координируя с другими центрами. Ну, я так разумею, что ты так само у координации и со штабом Светланы Тихановской, так есть координационная рада, не ведаю, те у координации ты с координационной радой, есть структура Павла Латушки, есть инициативы Валера Цапкалы, довольно шмат самых разных инициатив. Где бракуе координации, каким чином яны все могут разом працевать? У меня ощущение, что мы проживаем эту фазу эго. Да? То есть, когда внутри некоего политического или общественного движения возникает разница интересов. То есть, когда процесс уже запущен, он уже пошел, и каждый увидел себя в какой-то роли. Одно дело, когда он увидел себя в какой-то рабочей роли внутри этого организации, этого движения, а другое дело, когда он увидел себя в роли какой-то, на какой-то должности еще в гипотетическом транзите власти, да, когда это он произойдет, и только тогда он станет там каким-то министром или кем-то еще. И у меня ощущение, что мы даже подошли к этой фазе. То есть она неминуема, безусловно. То есть она от нее не избавится. Это не, невозможно миновать, да, потому что каждый выстраивает какую-то свою стратегию. Это люди все-таки инициативные, сильные, мощные, и которые всегда были там успешные в основном. И получается, что они как-то высматривают свою нишу, они видят свое место предназначения в будущем. Но парадокс в том, что об этом говорит рано по двум причинам. Первое – это потому, что это деморализует других людей. А второе – это нужно четко осознать, как только наступит транзит власти, политическое поле полностью переформатируется. Полностью. Мы увидим, что происходит вообще новая история для Беларуси и для нас всех. Потому что вот в том виде, в котором сейчас, оно не сохранится. То есть невозможно сейчас представить, что вот все эти же игроки, которые есть на поле... Ну, игроки... Оговоркой, я говорю, что все игроки политического поля, которые есть сейчас, вот они просто займут свои места и продолжат работу. Нет, так не будет, потому что у нас на сегодняшний день полные тюрьмы таких же инициативных и талантливых людей, которые появятся. Это плюс новые люди, которые вернутся в Беларусь, которые многие в эмиграции. Это те, кто сегодня себя еще активно не проявил, но у которого есть ресурсы для того, чтобы поучаствовать в политической борьбе и так далее. То есть все переформатируется. И поэтому сегодня говорить о проявлении этого эго, ну, как бы бессмысленно, по меньшей мере. Ну, улады зацікаўленыя, каб адзінства не было ў шэрагах людзей, якія перамену хочуць. Ну, ёсць вот я згадаю заяву Зянона Пазняка пра гаспрамаўскую схему, якія ўжо некалькі месяцаў паўтараюць даволі, ну, некаторыя ж людзі таксама паўтараюць гэтыя тэзісы. Як вот у такі драматычны час можна быць адначасна і адзіным, і канструктыўным, і крытычным, ну вот у гэтым супрацьстаянні з вельмі моцным праціўнікам. Это складанная задача, как ты бачишь, как это максимум? Это же вызов, то есть на который нужно ответить. Да, вот как это сохранить? Это усилие, очень мощное усилие. То есть мы должны настолько как бы отключить свое личное и настолько поднять уровень своего внутреннего общественного, что, когда мы начнем принимать решения, исходя только из страны, а не из того, что выгодно нам.
Ну, в этом-то и есть, собственно говоря, вот этот, кстати, парадокс, когда человек занимается общественным, как этим занимался Вацлав Гавел, например, да, то есть нам посчастливилось с ним быть дружными, ну, и человек, которого было видно, как он действовал, да, он ведь не хотел быть президентом, категорически не хотел. Он говорит, я хочу заниматься драматургией, я хочу заниматься театром, я не хочу быть никаким президентом. А ему сказали, ты побудешь вот буквально год-два, потому что это сейчас такая ситуация, больше некому, только ты сейчас можешь. Он согласился, и в итоге он стал президентом, получается, трех стран, да, то есть трех разных формаций Чехии. Ну да, так получается, но он думал об общественном, он не думал о своем, или Нельсон Мандела, да, то есть как бы, да, вот такая ситуация, человек должен сегодня, люди должны быть убеждены, что этот человек думает не о себе, а он думает о том, что будет со страной. И это приведет его к признанию и в том числе, видимо, к реализации своих каких-то амбиций. Но это очень тяжело делать, это единицы на это способны, но это не значит, что нам не нужно искать вот этот как бы маршрут, да, то есть его мы обязаны его найти, потому что на сегодняшний день не существует никаких отдельных людей. То есть если, условно говоря, все усомнятся в Тихановской ли, или в Латушко, или еще в остальных, то рассыпется все. То есть здесь нет отдельной истории. Здесь есть общая история, к нашему сожалению или к счастью, но в случае, если падает один, падают все. От ёсць прапанова метадолага Владзіміра Мацкевіча, заклік сябра каардынацыйнай рады Андрэя Курэйшыка пра неабходнасць падрыхтоўкі вяртання і масавай такой сустрэчы ў Беларусі Святланы Ціханоўскай. Збольшага рэакцыя на гэта навошта адразу пасадзяць, але ёсць аргументы таго ж Мацкевіча, Курэйшыка і некаторых іншых людзей, што бесперспектыўна доўга знаходзяцца за мяжой і неабходны моцны крок з боку дэмакратычных сілаў. От якая твая пазіцыя, які можа быць моцны крок з боку дэмакратычных сілаў? Я общался с Юлей Слуцкой, вот так же, как мы общаемся с тобой по Зуму, и мы обсуждали разные, что нужно сделать и так далее. И она ни словом не обмолвилась о том, что она летит в Минск. Это прошло несколько дней, она полетела в Минск и прямо в аэропорту была арестована. Я не верю в то, что там Лукашенко не арестует всех, кто прилетит. Пусть это будет 100 человек. Ну, 160 сидит политзаключенных сейчас. Ну, будет 260. И что это изменит? Ничего не изменит. Но только оголит, еще более оголит вот эту там внешнеполитическую сферу, которая вторая по важности после внутренних протестов. Да, то есть, ну, я знаю, что нужно на сегодняшний день объединяться, согласовывать позиции, профессионализироваться, то есть нужно четко разграничить полномочия и четко разграничить ответственность. Условно говоря, если на сегодняшний день занимаются люди санкциями, это не может быть 25 групп, каждая из которых присылает свою информацию в Евросоюз, в юридические структуры, и те говорят, мы не будем рассматривать все 25, потому что мы не знаем, какая из них реальная и какая из них профессиональная. Да? То есть если вы собираетесь как-то двигать там вопрос, условно, даже санкций, то, значит, там должно быть четкое профессиональное направление и люди, с которых спросить, что сделано, почему не сделано это и это, и когда это будет сделано. А на сегодняшний день получается, что и существует целый ряд групп, которые ведут свою внешнеполитическую деятельность, разговаривают с там, правительствами, международными структурами, и никто не знает, о чем разговаривает другой. Вот в этом весь кошмар, потому что не исключено, что эти люди могут говорить совершенно, продвигать совершенно разные повестки. Миколай, до кого гэты заклік? Я разумею, что ты так само не хочешь демонстрировать такую, ну, отсутность адзінства всяго, але до кого ён?
До каких структур? Ну, существует не так, на самом деле, не так много групп, которые... То есть мы говорим про сегодня, про штаб, безусловно, Светланы. Мы говорим про НАУ Павла. Мы говорим про координационный совет, ну, президиум координационного совета, в котором тоже там и Павел, и еще какие-то разные люди. Еще есть белорусы зарубежья, это уже сформировавшаяся большая группа. Это группа анализа, которая сидит в Варшаве, которую я не хотел бы называть. Это группа, которая сидит в Лондоне, которая готовит все проекты по санкциям. Это часть, как бы, скажем так, IT-сектора, которая сотрудничает со всеми. Это такие уже люди, которые стали профессиональными очень во многих сферах сейчас. И вот об этом я и говорю. Возможно, если есть у Валерия Цыпкала там своя большая группа, то и она. То есть вот эти люди должны между собой договориться о зонах ответственности, выработать стратегию и двинуться как бы более мощным и очень профессиональным фронтом, а не любительским там, нашептыванием разным политическим кругам в мире каких-то своих повесток, которые могут быть иногда странными. Давайте поговорим про ситуацию в Беларуси. После такой короткой передышки на святы узмацнились репрессии, недавний гвалт у Новой Боровой, люди у шпиталях. Это все свежесть про то, что изнов правдоподобно задейничаны сценарий, який привел до гибели Романа Бондаренки. Я размовляла с былым следчим Андреем Остаповичем, и он расповедая про шерах вельми жорстких заходов у Беларуси, у дочинений до силовиков. Практично на кожного следчего рыхтуется справа, как выпадку супротягу завести криминальную справу, как манипулировать ими и трымать людей. И про он расповедал это еще, как бы, ну, неподтвержденная информация, что рыхтуются, ну, фактично, лягеры для незгодных, и такие, это просто от кроки, коли гэта все так, да наближение паўночна-карэйскага варианта у центра Европы. Что гэтаму можна супрацьпадставіць в Беларусі і вот сярод тых людзей, якія вызначаюць стратэгію і якіх ты заклікаеш да аб'яднання і сумеснага, як бы, пляну сумеснай стратэгіі? Да, я тоже говорил с Андреем и был от некоторых факторов был просто в шоке, потому что я понимаю, что это полная деградация системы силовой, которая есть в Беларуси, когда они начали уже набирать следователей со средним образованием. То есть я понимаю, что это уже какое-то, ну, это уже не деградация, это уже такая полная потеря. В общем-то, депрофессионализация всего. Да, и при этом будет подниматься этот градус репрессий. И что можно противопоставить? И единственное, что можно противопоставить, это продвижение в мире и четкую стратегию во взаимоотношениях с Евросоюзом, с Америкой и с Россией, продвижение четкой стратегии, которая бы привела к давлению на власть, которую бы она не выдержала. Других выборов у нас нет, то есть потому что люди в Беларуси держатся, а если мы находимся вовне, то мы обязаны создать ту модель, которая будет продвигать усиление давления всего мира. Когда говорят, что там санкции не работают, ну да, можно об этом много говорить, но и критиковать Евросоюз и прочее, но истерика властей, истерика их кошельков режима и силовиков, она безусловна. Они все находятся в состоянии истерики, потому что на сегодняшний день под угрозой находится обеспечение всех этих людей средствами. И Лукашенко это как никто понимает, как и все силовики уже это понимают. Но если это давление не будет скоординировано между вот этими тремя субъектами, я говорю о Евросоюзе, США и с достаточно большим долей оговорок России, то ничего не произойдет, потому что мы должны предложить тот формат
взаимодействия этих субъектов, который бы помог им получить вот то, что они хотят. Там, зону безопасности в Евросоюзе, когда не существует в Европе диктатур больше. Для России некий экономический партнер, который предсказуем и без сумасшествия, которое есть в Лукашенко. Для Америки зона стабильности Евросоюза, которой они и своему влиянию, которое они стремятся. То есть мы должны это все учитывать при предложении той программы, которую бы эти субъекты приняли. Дякую вялікі, Мікалай. Важна, што пра гэта мы пачынаем гаварыць. Гэта праблемы, якія патрабуюць каментароў, аналізу самых розных бакоў. Я спадзяюся, што мы на Свабодзе прэміум працягнем гэтую дыскусію. Гэта быў Мікалай Халезін, адзін з кіраўнікоў Беларускага свабоднага тэатра, грамадскі дзеяч. Усяго найлепшага. Да пабачэння. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.